Меня зовут Вячеслав Ким, на сегодняшний день мне полных 38 лет, я женат, у меня трое детей, и я являюсь активным партнером компании Atomy на данный момент в ранге мастера Шаронской розы. До Atomy я занимался различными сферами деятельности, то есть был такой небольшой период времени, то есть после окончания университета я проработал в найме, после чего решил заняться индивидуальным предпринимательством и занимался этим по сей день, до того момента, пока я не встретился с Atomy. Я пробовал себя даже, как их там называют, криптовалютным трейдером, арбитражным трейдером. Ну, ничего это, как бы, так сказать, не увенчалось успехом. Так, в Atomy меня пригласил мой брат. То есть, если брать вообще изначально, то есть это была наша мама, она зарегистрировала меня, потом Александра. Мы на это как-то серьезное внимание особо не обратили. Но Александр потом, когда у него тоже наступил такой момент, критический кризис, и он начал рассматривать все, и здесь как бы добрался до Atomy. Вот так и началась наша деятельность, семейная деятельность компании Atomy. Но смотрите, в компании, как вы уже поняли, я нахожусь с самого начала, то есть имеется в виду с самого начала открытия в Казахстане. С того момента по сегодняшний день я, как уже говорил, являюсь мастером Шаронской розы. Конечно, это не моя заслуга, это по большей части заслуга слаженной, дружной работы моей команды. Вот, за что им огромная благодарность. Довольно-таки несложный путь, это было интересно, это было весело. То есть, опять же повторюсь, это благодаря слаженной работе с командой. Да? То есть, без этого никак. Работа с командой – это очень важный момент в нашей компании. Я работаю с командой честно, открыто. И, как и многие наши лидеры, я стараюсь создать такую атмосферу в команде, атмосферу взаимопонимания, атмосферу единства, чтобы каждый партнер чувствовал себя довольно-таки комфортно, уверенно. Я считаю, что именно такое взаимодействие, оно ведет нас всех к общей намеченной цели. Работа в компании Atomy – это прежде всего работа с людьми. Все мы люди разные, каждый со своим мнением, со своим взглядом, со своим характером. И я как лидер понимаю, что мне нужно находить общий язык, находить подход к каждому. Я стараюсь помочь своим партнерам использовать по полной программе тот шанс, который компания дает каждому. Я стараюсь партнерам помочь пройти тот путь, через который прошел я, и идти дальше. То есть президент нашей компании, мне очень понравилось его высказывание, он говорил, что нужно забыть о своем успехе и полностью переключиться на успех вашего партнера. Все лидеры нашей команды, они довольно-таки самодостаточные, каждый имеет свой какой-то определенный талант, умения, способности, и если, дорогой зритель, кто нас будет смотреть, да, если ты будешь кого-то выбирать, укажи на любого, и я уверяю тебя, ты не ошибешься.